Итак, ребята, против Ирочки. Е4 против. Ну не надо конь А3. Тогда стоп, тогда проводи идею. Да, наш ты и перевожу. Нет, не надо. Что это за бред? На королевский фланг. Нет, вот Ирочка Победа. посмотрела, думала. Два дурачка играют против Ирочки. Нажал паузу. Вот, все, Е4. Кто-то просил королевский гамбит. Сейчас я вам. Да. Все, ты ничего не покажешь, Ну пожалуйста. стоп, ну пойди B4, тут есть интересная идея. Это неинтересно. Нет, это интересно, ну пойди B4. Меня тошнит уже от этих одинаковых гамбитов. Это давай без меня. Давай Давай B4. лучше сыграем, подожди. Ну пожалуйста, B4. Ну а в чем идея? Коня на C2 перевести? И что? Понимаешь, ты не портишь позицию. Порч. Нет, ты не портишь позицию. Нет, я съедаю фигуру. Гениальная ловушка. Да. Как тебе комбо, который мы выигрываем на четвертом ходу? А теперь знаешь, какая будем мы дальше играть эту позицию? Дай мне. Как? Расскажи мне. Нет, подожди. Смотри, пойдем и ферзь бы. Нет, уже не пойдем ферзь Б5. Хорошо, ферзь С7. Ой, ферзь С2. Ферзь С2. Это обязательный ход. Теперь смотри, стоп. Нам нужно освободить поле для коня. Это очень важно. Надо было на B1. Нет, я хочу темп. Так, теперь на А3. Да на А3 нужно пойти. Так он там был только что. Нет, нужно было А3. А, просто три. Просто А3. Теперь смотри. Ферзь Теперь на он... С2. На С2 ферзь возвращает. Никаких Так, все, я С4. после D5 у нас уже проиграно, хватит. Стоп, стоп, стоп. Это еще не все. Конь G4. Конь G4. Так, нет. Давай думать, как спастись тут. Так, у нас лишняя фигура. Это неинтересно. Шотланд, конечно, к тому, чтобы быстро все развалить. Ну не надо. Надо белопола выбивать ценой пешки Так уже. конь G5 же был ход. Ну слон G8. Но он Что был. он дает? Нет, надо белопола выбить. Ну все, сам Бог велел конь. О боже. Конь G5 тоже имеет смысл, согласен. Там конь D4, нет. Конь D4 вообще крайне неприятный ход. Ну, ладно, когда белопола выбьем, это все уже не так страшно. Белопол это главная фигура в позиции, ты же понимаешь? Нет. Не меняй ферзей только. Я пытаюсь бороться с собой. Жди. Тяжело. Ну, конь D2 надо играть. Или слон C4. Солнце 4 надо играть все-таки. Проблема в ходе ферзь F5. Думаешь, что на ферзь F5? Он не найдет ферзь F5. Нет, найдет. Спорим? Да. На ферзь F5 2-0, что думать? Так, стоп. Конь висит. Ну и чё? Что у меня за Это разве так страшно? наверное, то, что я сделал, еще хуже, конечно. Ладно, бьем. Да. Пусть покажет мат. Я его пока не вижу. Да, позиция тяжеловат. Да не, ну, с другой стороны, одна фигура такой. Ну, Две. как бы конь такой на D4 неприятный. Но слон Нет, E3 грозит. фигура лишняя. Что? Слон Грозит E3 грозит. мат. Понятно. Не, Понятно. погоди, мне интересно, вот какая оценка от этой позиции? Видишь, пользу белых. Камбэк-то где? Ну вот тут в пользу черных 6 сотых. Сильно. Пока ты все это не начал делать, у нас было легко выиграно. Вот, плюс 2. Чудо.